Agreed. Просто, я не услышала. Почему не записала? Где посмотри свой список, где прошу прощения, если... Это так, сиди, я посмотрю. Если мы здесь? А что-то вообще по-другому. Я не пустил. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди вселисяны и очистены от всяких скверны. И спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя в имени Господа Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами, благослови наше собрание, Господи. Господи, научи нас быть благодарными Тебе за все, что Ты нам посылаешь, Господи. И научи быть благодарными друг перед другом. Научи исполнять волю Твою, а главное – Твою заповедь. Да любите друг друга, Господи. Одно из самых главных, Господи. Ибо без любви ничего не совершится доброго. На Тебя единого уповаем, и Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Валерий болеет, просил молиться. Валентина Павловна тоже звонила, Борисова просила молиться. И за Дарью не помолились. Она болеет. 1 Коринфянам, 8 глава, 8 стих. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Толкование. Дабы не сказал кто-нибудь, я ем с чистой совестью, и что мне за дело, если кто по своей немощи соблазняется. Объясняет, что и самое едение идола жертвенного, хотя бы с решительным презрением к идолам, не имеет никакого значения. Ибо хотя бы брат твой и не соблазнился, то в таком случае ты не сделал бы ничего похвального и богоугодного. Потому что пища не приближает нас к Богу. То есть, ни в случае едения мы не имеем никакого превосходства перед другими, не совершаем дело, особенно угодного Богу. Ни в случае неедения не терпим потери и уничижения. 9 стих. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Толкование. Этим устрашает их. И не сказал, это знание ваше, но это свобода, то есть самовольство и гордость, да не послужит соблазном для слабых. Более виновными делает их то, что они не щадят слабых, которым должно было бы помогать.
10 стих. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?» Толкование. То есть, если кто-нибудь слабо увидит тебя, как ты называешь себя совершенного, едящим идоложертвенного, то не найдет ли он большего повода к тому, чтобы самому есть идоложертвенное? И не более еще утвердиться, это значит расположить, в мнении, что идол есть ничто. Ибо, не зная твои мысли, с какой ты это делаешь, он без сомнения почтет твой поступок увещанием. 11 стих. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Толкование. Таким образом, совершенство твое будет причиной погибели другого, и притом слабого, и такого, за которого Христос умер. Если же Христос не отказался и умереть за него, как же тебе не воздержаться от яств, чтобы он не соблазнился твоей пищей, говорит Златоуст. 12 стих. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Толкование. Не сказал соблазняя, но уязвляя, дабы показать жестокость их, когда они уязвляют и слабую совесть. На самый же верх преступления возвел этот грех, когда сказал: «Согрешайте против Христа». В каком же смысле этот грех совершается против Христа? Не в одном, а именно: Христос усвояет делаемое рабам его себе, уязвленная же суть его тела и члены. Они разрушают то, что он совершил через собственное заклание, то есть спасение. 13 стих. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Толкование. Как отличный учитель, собственным примером доказывает то, о чем говорит. И не сказал, если соблазняет, справедливо, но как бы то ни было. Не сказал также, не буду есть идоложертвенного, но вообще мясо, хотя бы оно было дозволено. Не сказал опять, в один или два дня, но во всю жизнь свою, ибо это значит вовек. Не сказал, наконец, чтобы не погубить, но только, чтобы не соблазнить. Первое Коринфянам, 9 глава, 1 стих. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Толкование. Сказав, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо, дабы кто не почел его тщеславным и самохвальным, вынужден наконец объявить, что воздерживался и от дозволенного, чтобы не соблазнить кого-нибудь. Тогда как Христос заповедал проповеднику Евангелия питаться от Евангелия, Луки 10 глава 7 стих, то есть за счет получаемых. Я, говорит, лучше решился истоевать от голода и ничего не брать от вас, но работать своими руками и питаться своими трудами. Ибо, как кажется, были у них некоторые учители богатые, пользовавшись честью за то, что учили безвозмездно, и тем старались пристыдить Павла. Уразумев это, он, как я сказал, не хотел кормиться за счет своих учеников, хотя имел на это право. Так, говорит, я веду себя, и вы не воздерживаетесь и от идоложертвенного. Такова вообще мысль этого места, которую он раскрывает в нескольких стихах. Впрочем, рассмотрим порознь каждое изречение. Не апостол ли я? Чтобы кто-нибудь не сказал, тебе нельзя брать, поэтому ты и не берешь. Говорит, как? Разве прочие апостолы не берут? Да, скажешь. Что же, разве я не апостол? То есть такой же, как они. Не свободен ли я?
То есть никто не возбраняет мне брать. Чтобы не сказали опять, прочие апостолы важнее тебя, потому что видели Господа. Говорит, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Ибо после всех явился и мне, как некому извергу. 1 Коринфянам 15 глава 8 стих. А быть самовидцами Христа было действительно великим преимуществом. Ибо сам он говорил, блажен ваши очи, потому что вы видите то, чего не видели пророки и цари. Луки 10 глава 23-24 стих. Если ты свободен, если ты апостол, то не совершил никакого дела апостольского. Что из этого? Ибо Иуда был апостол и видел Господа. Поэтому говорит, вы мое дело, значит, я исполнил служение апостола. Но сказав важное, прибавил в Господе, то есть исполнил силой не своей, но Господней. 1 Коринфянам 9 глава 2 стих. Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Толкование. Не говорю, что я учитель всей вселенной, но вам разве я не учитель? Почему же я не брал ничего от вас, с которых взять имел особое право? Через такую ступку еще более подтверждает речь свою. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. То есть доказательство. Если кто пожелает убедиться, точно ли я апостол, я укажу на вас. Вы составляете печать и подтверждение моего апостольства, ибо я совершил между вами все, что должен сделать апостол. Аминь. Аминь. Ну, о болящих уже упомянули, только я добавлю, что Надежда Ивановна была прооперирована второй раз. Убрали аневризму, ну, не убрали, а крепировали. И то, что было там в этой аневризме, кровь эту отсосали, поэтому она уже не работает. Как таковая эта аневризма. Аневризма – это вытягивание стенки сосуда, который в любой момент при повышении давления артериального может разорваться, потому что она несостоятельна, и там неправильный кровоток, она разорвется, и кровоизлияние в головной мозг. Может моментальная смерть, а может еще и на длительное время быть инвалидом. Вот. И по ходу этой операции необходимо было откачать часть ликвора, спинномозговой жидкости из желудочков мозга, поэтому состояние ее улучшилось. Скажу, вот в чем проявилось это. Например, когда я пришел, она меня узнала, все, она меня стала ощупать, смотреть, тут что тут на бейджике написано. Вот, я говорю, что мы молимся все о тебе, Надежда. Вот, и не только здесь у нас, но и в интернете братья и сестры молятся, в интернет-сообществе. Она говорит, а меня не осуждают. Я говорю, за что ж тебя осуждать-то? Ну, вот такие вот осуждения, да. И, значит, когда Лёва приехал, она Лёву узнала, во-первых, сразу. И она активно в постели. Она не то, что вот раньше была прямо без движения, что называется. Теперь она активно в постели, двигается сама, кушает, вроде как сама, но не помогает ей там. Вот. И Лёва ей стал повествовать о том, что у него там судебные процессы, он должен вернуться. И вот, а это, оказывается, у него еще длится... ситуация там, вместо него оформили какой-то кредит на огромную сумму 3 года назад, и вот он должен вернуться туда, и он рассказывает маме, что вот он справку там ему сделали. Она все это помнит, эти разговоры, и я говорю, ну ты молись о нем-то. Вот она тут же перекрестилась сама, перекрестилась. Я говорю, много может моления матери ко благосердию владыки. Она тут молится, дает ему наставление. То есть вот она вполне адекватный человек. Тут у нее, значит, возникла естественная потребность. Она говорит, вот мне надо. Ну, ее стали садить на судно, и мы тут с Левой ушли. То есть вот Лева говорит, ну это вообще, говорит, небо и земля. По сравнению с тем, что папа мне присылал в видеороликах, когда она была до операции. Сейчас ситуация такая. Надо молиться отдельно, еще скажу, о хирурге. Зовут его Андрей.
Значит, он выработал такую стратегию. Сейчас она находится у нас в отделении в нейрохирургии. Поскольку динамика положительная, будем наблюдать, и, может быть, даже вторую операцию дополнительно не нужно будет делать. Второй этап операции, который предполагался. Значит, 19, до 19 она будет в нейрохирургии, а в 19 ее перейдут в нейрореабилитацию. Там специально будут заниматься, там аппаратура и все такое, но и уход там, конечно, лучше. Вот такое положение с Надеждой Ивановной. У Николая самого очень часто повышается артериальное давление, кризы, и он там работает много, так что нужно молиться о нем тоже. Он дома? Он дома, да, дома. Так, теперь о Павле. Павел, который был в госпитале, его выписали с наставлениями, рекомендациями. Буквально через несколько дней там у него должен был, ну, у него был день рождения. День рождения прошел в сухую. Молится, читает, слушает. Они приезжал Кирилл, они там заехали в медтехнику, что-то там заменили в аппарате слуховом, то есть налажен контакт. Вот. Вроде как ухоженный, там за ним ухаживает еще, помогает ему Ирина Рафаиловна Устинова, жена Виталия. У Виталия. Виталий должен был поехать на обследование, на прием к терапевту в Мамонтово. Оказалось, что они приехали сюда, в Корчино. Там была какая-то комиссия, и он был на приеме у терапевта, и терапевт забрала все документы, сказал, что потом даст все остальные рекомендации, какие необходимы. Вот, его сын, младший сын, как зовут-то? Сава не младший. Ну, одним словом, он был на приеме в поликлинике у нас, тут тоже он перенес этот самый ковид, наверное, да. Лазарь. Вот, он просил о помощи, консультация была, результатов я не знаю, вот так канул, не сообщил мне, как у него там дела. Еще кто у меня тут, мои пациенты? Да, когда Виталий был у нас в отделении нейрохирургии, привезли Владимира Устинова в кардиологию. Валентина Тихоновна привезла его и оставила. Он у нас еще находится у нас в отделении кардиологии. Так, еще болящие кто у нас? Ну, вот Валерий сегодня сообщил о том, что заболел он со вчерашнего вечера. Что-то съел, наверное. Надежда Дмуха, да. Надежда Дмуха, тут вирусы одолели, надо молиться, да. Людмила Степановна, да, немощь, да. Ну, ее давняя эта немощь, конечно. Ну, что-то прогрессирует даже. Да. Так, ну и помните, да, о нашей младшей сестре Агнюше, что у нее предстоит эта операция. Я звонил людям, следующим по квотам. Сказали, что заявление это оставлено, зашло до Министерства здравоохранения. Теперь осталось только, то есть уже в институт туда сообщение есть, в институт в Томске. А оттуда зависит, когда они подберут там хирурга и время, там, и назначат эту дату операции. Теперь надо будет вот после праздников, видимо, туда позвонить, в Томск уже, спросить, реально ли дошло до них, дошла информация, документы эти, которые были собраны до института, и когда нам ожидать этой даты операции. Смотрите, что Господь так все устроил, чтобы это было, чтобы до экзаменов, чтобы могла еще она реабилитироваться. Вот. Ну а сестре нашей мы рады, что она вернулась из поездки. Всегда помните ее. Греха большого не будет, если даже она будет дома, путешествующая, как путешествующая. Мы все путешествующие, в принципе. Странники. Да, странники в этой жизни.
еще не дома, а в гостях у нашего милостивого Господа Иисуса Христа. По Его милости и живы. У Агнюши еще, братья, сестры, Агнюши еще добавилась тут гнойная ангина, пожалуйста, тоже помолитесь. Я просила записать, но просим, я услышала и позабыла. Поэтому будьте добры, помолитесь. Ну, вот я хотел спросить, почему я не так, что будем молиться, конечно. Температура? Пока нет. Это ее, к этой, такой довесок ее болезни ни к чему, конечно. Ну так, Господь устроил, да, будем молиться, чтобы Господь смиловался и воздвиг ее от этой болезни. Да. Виктор Андреевич, как врач, дайте, пожалуйста, рекомендации, чтобы вот такое состояние, как у Надежды, не случилось. Ну, во-первых, да. Сейчас очень распространяются эти состояния, так называемые паркинсонизм и болезнь Альцгеймера, как это бабушка внуку говорит. Внучек, скажи, как зовут этого немца, от которого я без ума? Альцгеймер его зовут. Я не понял даже сначала, о чем Альцгеймер. Я думал, Гитлер. Нет. Думаю, при чем тут Гитлер? Тут более симпатичный Альцгеймер. Он нашел эту болезнь, да? Во-первых, нам, как верующим, необходимо всегда вникать в себя и в учение. Вникая в себя и в учение, этот Альцгеймер будет далеко-далеко там от нас отставать. Это первое. Заучивать стихи. 118-й псалом. Заучите. Попробуйте. Это сложно или невозможно? Можно. Вот. Заучивайте стихи, читайте Слово Божие. Это первое. Потом двигательная активность. Именно мышечная, мускульная активность тоже большое имеет значение. Ляжете на диван, ой, не могу, ой, все, мне плохо, буду лежать, буду отдыхать. Он придет быстрее, гораздо быстрее. Двигательная активность. Ну и соответствующий образ жизни. Ну, я полагаю, что среди нас никто не курит, не пьет, и другими там уж явными грехами. Ничего себе. Не обложены. Вот это да, вы дали. Я же говорю о здоровом образе жизни, поэтому я вообще не подвергаю сомнения даже. Ну, там нас еще смотрят, может быть, услышат, да бросят курить. Да? Да дай Бог, Игорь. Да, ну, кстати, о Павле надо молиться тоже, потому что он, ну вот, надо поддержать его в молитве. Раз уж он проявляет свою волю, чтобы еще и божественная воля, тут наше общее наше желание помочь ему в молитве. Так, Любовь Петровна, вот скажет сестра. Ага. Братья и сестры, молитесь о Любовь Петровне. Ей очень тяжело с болящей сестрой. Помоги. И она сама, она сама-то ноги-то никак уже хуже и хуже. Сказать, шагают. Вот. Ну и теперь ей докучает сестра. Ей нужно приготовить, ей нужно принести. Вот так. А та сильно мучается болями. Виктор Андреевич, может, как-нибудь вы бы навесили обезболивающее какое? Что-то не действует уже. Ну, у меня есть обезболивающее, можно я могу им дать. У меня так сестра одна наша обеспечила средствами, поэтому могу помочь в этом плане. Дальше говорите. Видно, ты, Любовь Петровна звонила мне, всем передает привет, всех любит, во всех молится и просит наших молитв. Ну, повторите, да. Она не услышала, Александр. Так. Тихо говорите. Да. Кто еще о болящих мы кого не вспомнили? Это тихо говорит. А Валентина где у нас? Валентина Барышникова? Да. Зуб у нее там сильно болел. Что у нее еще больше заболело или что? Нет. Она уже поправилась. Написала, сказала, все хорошо. Так, еще что? У кого у нас? Ну, Антонину Севастьяну посетили в прошлый раз, так что она бодро.
в бодреньком состоянии находится. Кто у нас еще болящие? Да, Валентины Павловны нету. Она заболела. Заболела? Да, да, а Татьяна Цингаева? Нет. Татьяна Александровна? Нет. Не знаю, да? Угу. Кого еще не вспомнили? Я не о болящих. Ну, о болящих всех перечислили. Можно же и потом вспомнить, да? Да, у кого будет еще, если кто-то вспомнит, да, говорите. Да, брат, говори. Я хотел поблагодарить всех за молитвы. Чада наши также жизнелюбивы и любят Писание. Пришли и на занятия собрались, не знаю сколько, человек 15, наверное, детей. И мы проходили с ними тему, как и православие во всем, притчи о блудном сыне. Но так как это просто огромнейший материал, а детям это... Они еще не пришли к этому возрасту. Но вот об этом пришлось им рассказывать. Они в вечерней службе почти никто не ходит. Вот в чем дело. Потому что родители работают все в субботу и так далее. Еще и взрослые, ты не знаешь, что такое прелюбодеяние, что такое блуд. Не отличают еще. Да, об этом и не надо даже. Да. Но детям это тем более. Ну, даже не надо. Они вопросы не задают, и слава Богу. Главное, что там есть сын и есть отец. И главное, что этот сын свиней пас. Вот так. Классный свинопас. И это их очень радует. Они обращают на это внимание. Я говорю, чтобы вы в это не попали, вам нужно... Есть же старший сын и младший сын, да? Но старший сын тоже не очень хороший. Младший-то, ну, придется каяться и так далее. Это очень сложно вообще там пережить все. Переживешь, нет, еще верующим останешь. Станешь ли верующим, как младший. А старший вроде был верующим, а как коснулось чуть-чуть. Причем, что чуть-чуть-то вообще. Пришел просто его младший брат. Ну, прими, это ж брат твой. Нет, тоже. И каким сыном вы хотите стать? А нужно стать сыном Божьим. То есть тут разговор идет об Иисусе Христе. Вот то самое жертвенное... Не жертвенное, будем говорить, а заколотый телец, это как раз Господь наш Иисус Христос. То есть нужно обратиться и стать верующим. Поэтому не нужно уходить от отца просто. Я говорю, поэтому я вам всем желаю, детишки, чтобы никогда вы не рассматривали эту притчу на себя с такой стороны, что я старший или я младший. Будьте всегда Божьими детьми, какие вы сейчас есть. Пока они же не вошли еще в этот возраст. Ну, уже входят помаленьку. Еще год, и, может быть, кого-то уже кто-то упустит. А глядишь, и Господь даст. Надежда, она никогда не должна у нас умирать. Даже не последняя, не должна вообще умирать. Потому что Господь сказал, я приду, и... Да, и тогда те, кто будут еще здесь, найду ли веру на земле? Найдет, Господь говорит, найдет, но... Последняя вера будет, но верующие будут сопротивляться, они будут до конца биться с сатаной и побеждать еще. В общем, церковь, да, победит сатана, церковь написана, 13 глава книги Апокалипсис, 7 стих. Ну, а дальше придет Господь и духом уст своих истребит этого нечестивца. Так что давайте будем сынами Божьими. Слава Христу. Ну, аминь. Да поможет тебе Господь в этом. Да, поняли что-то дети или нет, зависит от всех нас. И от Господа. Молиться надо, чтобы они не отставали. Помоги им, Господи. Да, еще не забывайте, молитесь. Я еще веду лектории о Ветхий Завет, книга Бытия. И Деяния святых апостолов у меня еще на неделе. То есть получается в одну неделю три лекции, во вторую две. Это не занятия, я занятиями не называю. Я просто сам готовлюсь и рассказываю, монолог. А там кто что записал. Монолог. Да, монолог, потому что кто что записал, там непонятно. Понятно. Помоги, Господи. Ну, а иду очень скрупулезно, прям вот такими шажками мелкими. Да, ну вот еще передо мной лежит здесь вот записка Виктора Андреевича. Это мне нужно передать Михаилу Пауэр, который приедет на операцию. Будет оперировать щитовидной железе. Ох, еще Михаил. А что ж мы про него не помолились? Вот о нем молиться нужно. Значит, он приедет на днях и будет оперирован.
у нас в отделении общей хирургии. Еще о батюшке моей здесь тоже, у него выявилась грыжа, которую нужно будет оперировать. Сейчас он находится в бандаже, но нужно будет оперировать. Позвонков? Нет. Брюшной. Кого? Батюшку будут оперировать. В курсе вы? Брата вашего. Ну, он еще пока не согласился, не уточнили. Да, скорее это будет после Пасхи. Но дай Бог, чтобы она не ущемилась, эта грыжа, чтобы не возникло острой ситуации. А лучше-то, когда прохладно, да, делать операции такие? Да, это не такая не сложная операция, но операция, любая операция есть операция. Операция, ну, понятно, о чем речь. Там еще нужно будет пластику делать, потому что у него повторная, да еще и, как оказалось, у него у дедушки тоже была грыжа. Да. Гены работают да. На нас и против нас. Еще у кого есть слово? Все высказались. Знаете, хочу вам. Аминь. Спасибо, Христос. Да, Игнатий Ильич сегодня высказался. Сегодня лучше. Да, самая красноречивая проповедь. Ну что? Молитве. Молиться будем. Завершать. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своим и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои заноси за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили слово истины, на ком слышали о болящих. Коснись их сердец. Дай им твердо понять, кто еще не примирился с Тобой, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 И говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой.
Аминь. Аминь. Я просил тебя подойти. Это, братья и сестры, никто не находил картоночку такую. Там записаны вчерашние мои эти записи. Братья и сестры, минуточку. Коридоре, занятия это будут? Минуточку. Братья и сестры. Как всегда. Вроде как забыл, но это не случайно, наверное. Может быть, чтобы отдельно помолиться. А хирурги Андрей. Андрей, да. Вот, я как бы вот перед операцией говорил о том, что мы молимся, и как благословил, это благословение принял на операцию. Так что он расположен. Нет, ты пиши. Нет, он профессор, а этот заведующий. Я ему подарю эти ваши стихи. А где взять Евангелие? Евангелие, где вы обещали? Юля пишет, это куда? Где? Там, в Сенках, если спадает.